Итак, привет, дружище. Усаживайся поудобнее, поставь свой лайк, потому что сегодня, надеюсь, будет интересно. Сегодня попремся по всем. Ой, я не знаю, короче, даже, короче, что объяснять. Мне надо жестко, быстро записать это видео. Мне плевать, я не буду останавливать. Короче, я не буду перезаписывать. Вообще антихайп, плевать, пофиг. Короче, суть не в этом, друзья. Сегодня, наконец-то, я уже куплю себе Динамо. И да, ребятушки, куплю Динамо. Сегодня... пройдемся по локациям. Просто сейчас это видео записываю перед, знаете, перед чем? Перед фан-стримом, который будет без игр. То есть, по идее, он уже должен начинаться. Он уже должен начинаться. А там, на самом деле, его и никто не ждет. Там даже лайков нету. Стрим, как обычно, даже, грубо говоря, не высвечивается на Ютубе. Тому, если я опоздаю сейчас, то ничего страшного. А, да, реально, ну, типа, никого нет, он не нет, ну, он высвечивается. Он хотя бы подписчиком высвечивается, подождите. Короче, с вас лайк. Пока вы ставите лайк, я закрою окно. Вот в таком лайв-формате у нас видео. Ту-ту-ру. Смотрите, отрастил, да, пузо? Так, ребята... Ребятушки! А вот, все, наконец-то могу поорать! Могу поорать! Динамо покупаем, ёпа! Лайк с вас за это очень дорогое видео. Надо успеть по акциям пройтись. Да, по времени мы успеваем. А здесь у нас вообще что продается? А, крутой набор. Да. О, уже кто-то... Уже кто-то ждет. Короче, все, вот эту вот штуку покупаем, да? Мне надо за 10 минут вообще все успеть, вообще все на этом свете успеть и запустить стрим для вас. На который вот, кстати, ты сейчас в комментариях можешь, пока я пишу секретный пароль, ты... трудно говорить и писать свой секретный пароль. Ты в комментариях можешь пока написать, ты вообще был на этом стриме или нет. То есть я как бы сейчас из будущего с тобой разговариваю, точнее из прошлого. Не суть, ну ты понял, ты там пиши, ты был в субботу на фан-стриме? Или ты, скажем так, не был? Все. У меня как бы Динамо и так есть на аккаунте, друзья. У меня Динамо и так есть на аккаунте. Вот вы можете его видеть. Но мне нужны повторки. Мне нужны повторки, чтобы его прокачать. Нормально вот прокачать. Вот, мне нужны повторки. Их не было. Теперь они есть. 4000 рублей, твою ж дивизию, ёпта, free-to-play, как говорится, да? Так, наша следующая задача, собрать тут пакет накоплений. Это нам все пригодится, но здесь как бы ни о чем, но хорошо, пускай будет, да? Ну, как бы нужных, кстати, камушек для судьбы у меня, к сожалению, нету. Ну, знаешь, идеальные акции можно ждать просто до бесконечности. Ладно, так, дальше крутой набор. Здесь все, больше халявы никакой нету, да, набор Хэллоуина. Мы его забрали, 25 вот этих вот штучек мы берем. Мы берем, мы это все будем открывать. Далее, заходим в события. Колесо удачи, парящий остров, карнавальный торт. Ага, типа тратить самоцветы. Ага, мне надо потратить самоцветы, чтобы это забрать. Угу. Тут что? Тут как бы... Окей. Ну, хорошо бы, знаешь, потратить самоцветы, но, знаешь, пока что мне особо эти самоцветы тратить некуда. Так, события. Ну, давай, колесо удачи. Ну, тут реально, давай, сразу 10 раз бьем. Угу. Говно. И давай 2 раза. И еще. И еще. Ну, вы сами все видите. Не знаю, говна акция на самом деле. Ой, 1000 кулачков. Божечки, как же я без них-то жил, а? Как же я без них жил? Ясно. Так, здесь уже все. Тут вот, смотри, что-то набрали. Господи, посмотри, какое дерьмище. Ёпту, даже стыдно вам показывать, ребят. Честное слово, стыдно вам показывать. Ну, как бы вы не смотрите. Я говорю, когда стыдоба полнейшая, я говорю просто, пацаны, девчушечки, закрывайте свои глазки. Добиваем вот это вот добро. Вот, отлично. Добили. Дальше забираем. Окей. Что у нас дальше? Да, паря карнавальный торт. Ну, там самоцвета не тратил. Кстати, 34 тысячи самоцветов.
34. Давай, не знаю, тыщенку потратим или нет. Давай, чуть-чуть. Давай, эпики, шмепики. Давай, это где? Где вообще? Вы серьезно? Где эпики? Вот это вот как, нормально вообще? Что там по карнавальному торту? Сколько мне надо там потратить? Парящий остров, карнавальный торт. А, это мне еще отдельно надо набор карнавала покупать? Да что ж ты будешь делать? Ну, мне так, знаешь, особо-то нету смысла тогда его брать. Ну, типа, ради тут этих трех позиций, сколько это стоит? Это что-то нормально стоит. Ага, я думал, ай, ладно, короче, с этим разберемся. Я думал, там, типа, как в этом и в чем еще было? В этих, в огоньках, точнее, в фонариках, да, то есть взять, у тебя там задонатил, у тебя, грубо говоря, это добро засчиталось. Ну, вот я от этих сундучков бы не отказался бы, если честно. А, ну давай еще доролим. Ты тут ролить и ролить, хочется ролить. Давай вот эту вот повторку возьмем. Ой, 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 сколько тут еще надо поролить нам. В общем, десятка получится. Смотри, ни одного эпика не упало. Ни одного. Сколько? Сколько я уже ролю? Из видоса в видос. Угу. Еще 500. Давай. Воу! Ну, наконец-то. Та-ра-ра-та-та. Воу! Па-ба-ра-ба-па-па. Хей! Та-ра-ра-та-ра-та-та. Я ему смогу сделать третью эволюцию. Па-ба-ра-ба-па-па. Но это уже это в другой раз, друзья. Это вот прям хорошо. Это прям хоть, елки-палки, замечательно. Так, карнавальный торт. А то ну еще совсем не падало. Да, 3000 это... Грусть, печаль, тоска, подожди, это сколько вообще? 3000, это, блин, это еще 800 рублей, они что, попутали что ли? Они что, попутали? Ладно, не суть. Это еще все ерунда, фонтан желаний, говно, 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 хватай-ка, давай. 13 попыток, ну-ка. Как же он долго рожает, а? Я хотел, мне надо было видео записать на 10 минут, я уже... Ох ты, я забыл, что я курил. Ай, все, уже село, ну ладно. Давай-давай, очки. О, 20 очков дал. Стоило только задонить. Когда, знаешь, с бесплатки хер мне эти очки падали. Хотя вот на пельмене Светочка Левара, она, короче, открывала, ему ей с бесплатки 20 очков выпало. Вот такая вот удача. Так, давай дальше. Ох ты, уже, слушай, очки падают только так. Смотри-ка. И вот спрашивается, на что менять. На осколки этого, на осколки этого говна. Подожди, сколько у меня попыток еще? 6 попыток. Слушай, еще что-то выпадет. Хотелось бы. Так, давай дальше. У меня, кстати, Фрости нету. А, 5 очков выпало только. Эх, гребаное казино. О, нормально, сейчас десяточка, да? Десяточка. Ну, как говорится, нужно побольше. Побольше нам Динамо. Так, давай, 85. Окей, ну, сейчас мимо, да? Вот сейчас бы еще 20 очков выпало, вообще бы замечательно было. Сек еще, типа, можем взять. Так, все, у меня попыток нету. Но, наверное, обмениваем все-таки на осколки. Это пригодится. 35, давай. Ну, сек еще... А, еще события. А давай, да, все-таки эпик, эти повторки, потом хер ты их найдешь. Вот, и ладно. Хотелось бы, конечно, там сундучков, самоцветов, ну, вот, я бы сколько мог бы камней пламени наварить, да, из этого 8 на 3, елки-палки. 24 тысячи камней пламени мог вообще вырубить. Так, это мы все добро забираем. Дальше за... А что, у меня здесь не накопилось осколков? А, 105 осколков, ясно. Я там по осколкам, значит, его забрал, понятно. Ну, нормально, пускай эти 105 осколков будут. Ничего, потом еще накопится, знаешь, лишняя повторка. Почему бы и не да, да, там для реликвии вот этой вот вся херня. Хотя это я сейчас сам себя успокаиваю, потому что по факту я такой, блядь, типа, нахера это сделал, ну ладно. Выращиваю призы вообще подзалупная херобора. Так, давай, что там удобряем? А, надо посадить. Поливаем. 300 кристаллов. Серьезно, 2020 год.
300 кристаллов, даже уже как бы от них ни горячо, ни тепло, уже на второй день игры. Даже через час игры уже на 300 кристаллов ни горячо, ни холодно. Окей. А, мы забираем. Что там, удобрение. Не понимаю, как эта залупа работает. Ну давай удобрим, плевать. 1000 орденов. 5000 значков почета. Просто я шатал. Просто я шатал. Просто сидишь и время тратишь. С одной стороны, жаба душит не пройти все эти акции, а с другой стороны, ты думаешь, какое же редкостное это говно, а? Просто какая же это залупа? Как же вообще просто, сука, стыдно должно быть разработчикам за такие акции, типа, вообще, ну серьезно, яйцо питомца дают, ёптую, 2020 год, блин, на всю голову отбитые, что ли. Я реально не пойму, ясно, понятно. 1+1 специальное предложение, это мы с этим пролетели. Цветущие бонусы. Еще одна тупорылейшая акция. 12 попыток, давай. Ну, хотя бы самоцвета. 1500 значков почета. Окей, еще самоцветы. 120 кристаллов, давай, серьезно, удиви меня просто. 150 самоцветов. Когда-то мы вот только из этих акций, вот из таких вот акций могли, уже там было открыть 80 попыток, чтобы достать какого-то героя. Вот там жопа горела, да, когда там вкладываешь 40 тысяч рублей в игру, или там 50, или 60, и ты, короче, не можешь, грубо говоря, достать нужного героя. И ты такой, типа, все, пошел нахер, как говорится. Ох, там маты-перематы были. Ну, старички канала помнят эти невероятнейшие стримы с невероятнейшими онлайнами, с невероятнейшими эмоциями. Да, это было очень жестко. Ёлки-палки, меня ждут на... Я думал, это все будет быстро пройдет. Меня уже люди ждут на стриме, ну ладно. Хотя только 4 лайка, значит, 4 человека ждет. Ну, как вы видели, выбил полнейшее говно. Охотник за богатством. Сколько же у меня тут попыток-то, а? Ну, давай. А, вот так вот. Давай, у меня есть 5 попыток? А, все. Раз. Поздравляем, вы выиграли препарат роста. Эссенция питомца. Дегенераты, ёптую. Просто дегенеративная акция. Большая выгода. Воу! Вы посмотрите, я могу, значит... Ой, о, господи, я сущность забираю. Как же я без нее жил? А, все. Все. Типа, прикиньте, я даже это говно не могу забрать. Большая выгода. Это большой просер, знаете, акция. А, ну тут я самоцветы потратил, да? Я могу чем-то воспользоваться. Ну, окей. И все. Ясно, понятно. Давай дальше. Все у нас, что по акциям? X10 найм героев, временные акции. О, во, настолка еще. На нее у нас есть надежда, давай. Окей. Это была бесплатная попытка. Окей, давай дальше. Мне надо 15 пазлов нафармить. Хочу 15 пазлов, тогда я еще 100 осколков заберу у этого Динамо. Давай, вы там лайк-то, надеюсь, поставили. Что-то я нервничаю, пипец. Не, что-то я нервничаю. Окей. Давай, опа. Опачки. 45 карточек смен, окей, понятно. Ну, дай мешков хотя бы с зефириком. Не дает. А мы же еще, нам же еще даже ништяки надо открыть. Ну, как бы, и за все время один пазл в наличии. Просто, я не знаю, это что-то с чем-то. Это невероятные награды. Фонарики желания просрал, считай, создающая машина, что там было. Первое создание, давай. Окей, давай, доп создание. Окей. Не знаю, до сих пор не знаю, как эта акция работает, но пускай работает. Мне не жалко. Что я отсюда вообще забрать могу? Что-то поздравляем, выиграли копия ваша добавлена в пул призов первого. Окей. Ну давай, что мне тут еще выпадет, а? Я могу это забрать? Ну здесь, да, я ничего, короче, не могу забрать. Ну и хер с ним, ладно. Записи, правила. Найди пару. А, это я, кстати, вчера забыл сюда зайти. Ну-ка, давай, найдем пару. Нету. Не нашли 7 дней подарков. Да, лол,
я снова просрал эту фигню. Ну ладно. Так, окей. Ой, я что-то переборщил. Я что-то переборщил, ребят. С количеством тут всего. Ну и посмотрите, по факту херь полная. Так, дальше. Мы еще можем сюда зайти. Это у нас парящий остров, что-то появилось. О, 100 осколков. Нормально. Так, окей. Забираем. Слушай, камней пламени наварили вроде бы, да, неплохо. Идем дальше, снова сюда заходим. Парящий остров, фонтан желания, карнавальный торт, колесо удачи. А сколько у меня их? А у меня их вообще 91. Ну-ка, у меня накопилось их, смотри. Ёпта, я и забыл. Ну, давай посмотрим, что выпадет. Удача 44%. Давай. Что-то у меня там уже переборы. Ой, господи, посмотрите. Посмотрите, какие награды, говно, а. Давай, колесо удачи. И не падает ничего такого. Ну давай. А, 180 я не заберу. А что на 180? Так не крыло дают, серьезно. Просто акция от бога, я не знаю. Жесть. Вот спрашивается, вообще нахер, вот, ну, нахер на это тратить время. Ну давай. И последняя попытка. Давай, последняя попытка. Мне ни героя, ничего вроде бы не выпало. А может, что-то выпало, я не заметил, но плевать. Но все равно акция говно. Окей, говно. Окей, говно, да, редкостное просто. Жесть, друзья. Слушай, а давай я не буду затягивать видос. Мы прошлись по акциям, друзья. А потом вот это вот все. Будем уже, наверное, открывать в следующем видосе. Может быть, еще паролем. А, или сейчас открыть. Не, давай уже в следующем видосе. Паролем чуть-чуть. И тогда уже посмотрим, что у нас там, как вообще получится. Или нет, или сейчас. Но это сейчас долго будет. Ладно, друзья, короче, на этом все. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Вот. Всех целую, всех жду на стриме. Пока. В следующем видосе увидимся. Выйдет сегодня. Ну, просто уже 17 минут, ну уже куда, а?